Известные британские специалисты рассказали о характерах 37-летней герцогини Кембриджской и 38-летней герцогини Сассекской. Руки Кейт Миддлтон, и Меган Моркл, многое рассказали об избранницах сыновей принцессы Дианы. Как только не сравнивали в этом году двух самых осуждаемых представительниц британской королевской семьи. На этот раз внимание было приковано к их пальцам. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс, косметолог Каринч Джерард и стилист Рошель Уайт проанализировали фотографии герцогинь. У Кейт Миддлтон длинные и изящные пальцы. У нее красивые руки профессиональной пианистки. В то же время эксперты отметили, что Кейт часто ходит с лейкопластырями на пальцах. Это показывает, что она любит принимать участие в практической деятельности, например, в приготовлении пищи или работах в саду. Эти изящные тонкие пальцы наводят на мысль о творческой личности. Ее ногти имеют квадратную овальную форму. Это говорит о том, что она настоящая леди, но при этом обладает настойчивым характером. Хорошо ухоженные ногти предполагают приземленный подход. Часто бывает, что она обеими руками сжимает перед собой сумочку. Это может быть признаком застенчивости, скромности и внутреннего отсутствия уверенности в себе. Однако ее пальцы довольно расслаблены, что предполагает открытость и честность, говорит Джуди. На ее коже нет никаких возрастных пятен. Кейт тщательно заботится о ней, пользуется кремами и масками. Это видно невооруженным взглядом. У нее светлая кожа, поэтому она пользуется средствами с защитой от солнца, заявила Карен. Она обычно не красит ногти. Это говорит о ее любви к естественности, природе и досугу на свежем воздухе, резюмировала Рошель. Специалисты также составили портрет Меган Маркл по ее рукам. Это довольно театральный жест. Рука расположена близко к лицу, предполагает, что ей удобно быть в центре внимания. Светлый маникюр говорит о ее желании быть естественной, честной и доступной. Кольца – это огромная особенность Меган. Она не использует их для того, чтобы показать богатство и статус. Эти кольца выглядят значительными. Они символизируют для нее новую эпоху и духовную природу. Герцогиня явно любит держаться за руки с другими. Мы выражаем наши чувства через наши руки. Это показывает, что она открыта в своих эмоциях и любит давать любовь и поддержку другим, отметила Джуди. У королевской семьи есть строгий кодекс о цвете лака для ногтей. Меган любит белый цвет, который показывает, что у нее есть молодой дух. Ее друзья всегда могут рассчитывать на нее, чтобы скрасить свой день. Она носит декоративные кольца, которые говорят, что она является творческим человеком с острым интересом к моде и любит выражать свою многогранную личность. Кожа начинает терять коллаген, когда мы достигаем 30 лет, но у Меган нет морщин на руках. Я думаю, что если она продолжит ухаживать за своими руками, как она делала до сих пор, они останутся мягкими и гладкими в течение многих лет, цитирует Daily Mail Карен. Стиль Меган – это утверждение и захват внимания. Она любит украшения, которые имеют некоторую уникальность и индивидуальность и при этом остаются элегантными. Я чувствую, что у нее все еще есть немного голливудского стиля в некоторых аксессуарах, которые она выбирает, подытожила Рошель. Миддлтон воспользовалась отсутствием Маркл в Британии на Рождестве, чтобы выйти на первый план. Меган и Гарри провели праздники на элитном острове в Канаде. Кейт и Уильям смогли сосредоточить больше власти в своих руках.